Несмотря на молодость, День России прочно вошел не только в календарь знаменательных дат, но и в сердца тех, кто искренне любит свою родину, в их числе и урайцы. Урай – это родина югорской нефти. Те, кто брал Шаим, были первыми из нас. И мы вправе сегодня говорить о том, что мы гордимся Россией, что мы гордимся своими первопроходцами, ветеранами, старожилами, потому что они сделали большое государственное дело. Наталья Комарова отметила, завтрашний день во многом зависит от молодежи – активной, целеустремленной и ответственной. Сегодня юные жители города из рук губернатора получают важный в жизни документ. Этот день стал особенным для 11 уральских парней и девушек, которым на днях исполнилось 14 лет. 12 июня они сделали шаг к новой взрослой жизни. Желаю вам мира, добра, процветания, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть сбудутся все ваши начинания и ваши мечты. 12 июня – особая дата, символ единства и сплоченности россиян. Все вместе собрались сегодня в зале и школьники, и руководители, депутаты и пожилые жители города. Для них уральские артисты в этот день подготовили свои самые лучшие номера. Александр Усков специально для новостей.